Мы продолжаем выпуск. Тепловики к 15 октября будут готовы к зиме. Об этом сообщило руководство ТЭЦ во время пресс-тура для нашего телеканала. Подробнее в следующем сюжете. Информация. Кызылординский ТЭЦ был построен в 1964 году как котельная ЦКЗ и отработал ресурсы еще в 2009. Однако по-прежнему остается основным теплоисточником. На сегодня все ремонтные работы, по словам тепловиков, завершены. Идет испытание системы теплоснабжения. 4 года один раз проводится капитальный ремонт. Паровой котел, станционный номер 6, и паровая турбина, станционный номер 3. На котле капитальный ремонт завершен, проведены испытательные работы все. На сегодняшний день котел считается в резерве готов. 10 октября начнем выходить на холодную циркуляцию. И к 15 октябрю должны подать тепло в горы. Неотъемлемая часть системы теплоснабжения – насосные станции, которые поддерживают давление в теплосетях. В областном центре их 3. В этом году последняя, 3-я, прошла полную реконструкцию. Насосная станция была построена в 1976 году. До текущего момента здесь ремонты не проводились. Аварийное состояние кровли южной котельной было одной из самых острых проблем. Плиты в любой момент могли рухнуть и привести к необратимым последствиям. В этом году проблема нашла решение. Проведен ремонт всего здания теплоцентрали. Мы готовы к подаче тепла с 15 октября, как положено по графику. На сегодня 7 котлов прошли проверку. На 2 котлах поменяли экранную трубу. Также был проведен капитальный ремонт здания. Заменили окна, постелили полы, утеплены трубы. В прошлом году большие сложности испытывали при осадках. Крыша в котельном цехе была в неисправном состоянии. Выделены средства. Заканчиваем ремонт. В целом тепловики провели большую работу по подготовке к отопительному сезону и уже готовы к подаче тепла. Однако по-прежнему душат долги потребителей. На сегодня за тепло население задолжало более 250 миллионов тенге. Задолженность негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия и ставит под угрозу его стабильную работу. Алина Параджанбек, Булат Абденов, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.